Профессионал он смотрит своим глазом, профессиональным, а зритель иногда ведется просто на какую-то форму, там, на ненормативную лексику или там, на обнаженку. Mm-hmm. Вот что-то вот сейчас же много этого, я так понимаю, да, в театрах? Ну да, но в театре обнаженка, это я не знаю, уж какие-нибудь там, мне кажется, недоделки делают это, потому что кому-то что-то не хватает, они пытаются обнаженку. Сейчас я вот видел видео, когда в Питере сделали спектакль, где голый Герман поет арию Германа, совсем голый. Вот у меня есть даже видео, господи. И прямо это в каком-то большом театре оперном. Вот, они все нормальные, какой-то там прибалт ставил и так далее. Боюсь соврать сейчас, надо посмотреть. Это, ну, я вообще такого не видел. Ну, уж не говоря, что у нас тоже есть некоторые театры. Ну, уж это я понимаю. Мне кажется, это что-то от бедности от какой-то все-таки идет. Можно и так привлекать. И, понимаете, у композиторов нот всего 7. Mm-hmm. Но они же пишут разную музыку. Понимаете, mm-hmm. и великую, и такую, и сякую. Ну, можно придумать что-то. Ну, в там, контексте этого разговора про модных мастеров, ваших коллег, как вы к Константину Богомолову относитесь? Его ну, работе. Я к нему отношусь примерно так же, как сейчас сказал про Германа. Ну, человек, значит, выражает что-то себе, ищет себя в каком-то эпатаже, понимаете, и так далее. Но я ничего не могу сказать. Ну, что его осуждать, когда он такой вот есть, или он такой хочет быть. Ну, у каждого своя там фишка. Я вот люблю там про детей ставить там, семейный театр люблю. Как-то подобрее что-нибудь. Мне вот мата не услышишь у меня в спектаклях, как говорится, голых у нас тоже нет, поэтому как-то стараемся себя обойти. Хотя на грани эротики мы работаем с удовольствием. То есть такое все-таки надо приучать людей к какому-то эмпирическому чувству, так скажем. Любовь, ну, эротика, это такое понятие. Вот, я не знаю, это та же ваша Стоцкая, это все-таки ваша креатура, да, театр Луны. Она у меня с 12 лет, Настя. Вот именно, она одетая, а все равно в ней вот есть вот это такое, как какая-то вот, ну, фишка. Ну, привлекательность такая, да, вот. Да. Ну, она, во-первых, хохлушечка. Она пела всю жизнь хорошо в хоре Пятницкого, еще она, когда маленькая была, в 12 лет пришла к нам в студию, потом училась у меня на курсе, потом Филипп Киркоров у меня ее украл, то есть взял, да, в общем-то, короче, я получил за это, по-моему, часы в подарок. От кого? От Филиппа. Ну, я не так, не впрямую. А когда у Стоцкой была, эта самая фишка была в чем? Там у нее был диск, выпускался какой-то очередной, типа «Кафе Палас», не помню, что это вот это. Короче, там ее показывают, потом какой-то конкурс. И меня вызывают на сцену, то есть, и вдруг я выигрываю конкурс, хотя мне подсказали какую-то там фишку, чтобы я сказал такое слово. Я сказал, и говорит, ну, он получил часы. И я понимаю, мне подморгнули, что это типа за Стоцкую. То есть я понял, что я на Настю продал на часы. Не за эти вот, которые сейчас? Нет, это чекисты подарили. Так что это